Прям на камеру? Так, девочки, у меня вот здесь вот такой случай. Ко мне утром пришла вот эта девочка, ее зовут Оксана. Она пришла, вот она, красавица наша. Ага, она пришла, девочки, вся, сесть не может, я ей говорю, присаживайся, ей плохо, там плохо, тут плохо, сильно болит. Она говорит, я хочу к ортопеду. Но сначала зашла к маммологу проверить, естественно, и кое-что обнаружила, но не страшное, сказали вообще не трогать. Кстати, девочки, у кого кисты, резать нельзя, трогать нельзя, они, оказывается, периодически появляются и исчезают. Но это так, между прочим. И что произошло, Оксаночка, когда вы пришли к ортопеду нашему, к американочке? Два дня назад я была у травматолога своего, он сказал, что у меня просто растяжение. Это у нашего, украинского травматолога. Да, так, местного. Сказал растяжение. Просто дальше. Растяжение, мажьте и забинтовывайте. А это девочка Сандра. Она мою ногу, ну она меня выслушала, она мою ногу просто вот так вот немножко так покрутила, и потом как хрустнула, неожиданно для себя. Она говорит, у вас был вывих. У вас, говорит, был вывих, с вывихом? Да, я ну, Оксан, с вывихом сколько ходила? Я вот балерина. И вот она теперь балерина, я в шоке. Пожалуйста. Ну надо же, надо было мне до того. Две недели. Две недели с вывихом ходила. Две недели. Ну вот так вот. Мое солнышко, ну я поцелую тебя. Моя хорошая. Слава Богу. Вы слышали ее свидетельство? Слышала. Я в шоке. Да. Ну вы представляете? Да, вот такой чудный Господь. Мы уже это поговорили, да. Вот такой чудный Господь. Слава Богу. Аллилуйя. Я вообще в шоке. Аллилуйя. Да, молодцы. Так что сейчас